Установившийся антициклон позволил бабьему лету побаловать жителей региона. Ночи прохладные, но солнечные дни. Поистине золотая осень. В субботу ночные температуры у нас уже будут в большинстве районов положительные. В пределах 0 плюс 5 градусов, по северу до минус 3-4. Днем же температура составит плюс 15, плюс 20, даже плюс 22 местами градусов. То есть достаточно будет уже тепло. В воскресенье у нас будет самым теплым днем на этой неделе. По-прежнему без осадков. Ветер будет юго-западного направления. Ночные температуры у нас здесь будут преимущественно уже положительные. Плюс 2, плюс 7, плюс 3, плюс 8. Днем же температура составит плюс 19, плюс 24 градуса. Теплая солнечная погода сохранится и в начале следующей недели. Дождей не ожидается. В сентябре осадков выпало всего 20% от нормы. Однако температура воздуха оказалась ниже средних многолетних показателей. Ночные заморозки ожидаются повсеместно.